За знаниями в обход. Жители Наурызбайского района Алматы говорят, что к местной школе не подступиться. Улица Тулебекова тупиковая, вот и приходится детишкам шагать до учебного заведения в обход больше километра. Дорога, к тому же, небезопасная. Проблемы с освещением. Выходят дети на трассу, чтобы добраться до школы, а там машин много. К тому же нет освещения. Дети выходят со школы где-то в 7. Что, если по пути домой с ними что-то случится? Кто ответит? А тут всего-то надо проложить несколько метров пути до школы по нашей улице. На ваши вопросы в ближайший четверг, 18 апреля, ответит аким Наурызбайского района Санжар Тугай. Обращение принимается и на официальном сайте телеканала Алматы. Кроме того, зрители прямого эфира могут дозвониться в студию, либо отправить сообщение и видео на WhatsApp-программы. Все координаты сейчас указаны на ваших экранах.